Быть здоровым – это модно. Вот такая всероссийская спортивно-патриотическая акция пройдет 25 февраля в Красногорске. Мероприятие организовывает клуб «Ярополк». Что ждет гостей, узнаем прямо сейчас. На связи Илья Шадриков, директор клуба и ветеран подразделения антитеррора «Альфа». Илья Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что нашли время и присоединились к нам в прямом эфире. Вы знаете, наверное, такой самый первый вопрос в планах мероприятия — массовое обливание водой. Я не очень понимаю, как это технически будет организовано. Февраль на дворе. Ну, начнем с того, что обливаться холодной водой эффективнее и полезно для организма как раз именно в зимнее время. В летнее время погода, как говорится, солнечная. Если ты обольешься, наверное, ты только просто, ну... Чуть-чуть охладишься, это прикольно, да? Охладишься, да, от жары. А тут непосредственно уже идет само закаливание. Ну, мы уже делаем это мероприятие не первый год. Через 3 года уже будет как юбилей, 10 лет, как мы будем все это делать. Но 2-й год подряд она уже проходит в масштабах страны. Если в 2022 году мы провели в 7 регионах, то в этом году мы уже проводим в 17 регионах нашей страны. И есть вариант, что еще несколько регионов добавится. То есть на данный момент у нас люди будут обливаться синхронно, именно синхронно через формат телемоста. Именно несмотря на температурный режим, несмотря на разницу во времени, люди у нас обливаются. То есть если обливание будет по московскому времени в 2:30, то в Сахалине это будет в 9:30, во Владивостоке это будет в 8:30. Именно эти регионы, они тоже будут участвовать. У нас еще участвуют еще Забайкальский край, Чита, Хабаровск, потом Курган, Улан-Удэ, Крым, Севастополь, Архангельск. Там же совсем холодно. Мне вы говорите, а мне уже холодно просто от одной мысли от этого. Самое главное, что у нас еще будут обливаться, значит, на вновь присоединенной территории. Это Херсонская область, это Запорожская область. И, скорее всего, у нас будут обливаться военнослужащие непосредственно на самом фронте. Это тоже немаловажный момент, потому что все-таки это мероприятие, мы в первую очередь, она у нас лозунг несет в поддержку армии России, которая сейчас выполняет задачи специальной военной операции. У нас даже на футболках будет написано определенные лозунги, все, образно говоря, связано с российской армией. Извините, наверное, за вопрос, пока мы не ушли далеко от темы, а им на фронте разве до этого, зачем это нужно? Но они находятся не на самом зоне соприкосновения, сами понимаете, а, конечно, в этом. Но там многие люди поддерживают здоровый образ жизни. И они решили, они сами изъявили желание поучаствовать, потому что сейчас очень... У меня телефон постоянно разрывается, образно говоря, от различных регионов. Но у нас сейчас технические моменты, что, допустим, больше 20 регионов мы не сможем присоединить, потому что это будет требовать еще больше аренды, так скажем, оборудования. А так вообще в некоторые регионы они непосредственно будут, как бы все будут регионы обливаться, но в некоторых регионах еще будет определенная программа, определенные активности. Допустим, главная площадка, она будет в Красногорске. У нас помимо там... сцены, где будут выступать различные творческие коллективы, будет еще очень много различных активностей. То есть у нас будет отдельная зона прям до военной подготовки. Мы ее сейчас очень так сильно То есть это вот реально то, что мы сейчас видим на видео, это будет все вот так? Но будет еще более зрелищно и качественно, потому что, во-первых, народ увеличится, также спецэффекты также добавятся, но будет просто еще создано много активностей для зрителей, чтобы они наблюдали не только что-то на сцене, а могли сами что-то испытать. Всех бесплатно будут кормить гречневой кашей с мясом. Различные спортивные конкурсы будут составляющие. Я повторил, довоенная подготовка. Будет шахматная зона, где люди могут сразиться, поверить своими силами с гроссмейстером с международного класса. То есть вот в таком русле. Все мероприятие в Красногорске будет уйти 3,5 часа. И еще немаловажный момент, что в Красногорске у нас еще будет проходить зимний турнир по функциональному многоборью, или как сейчас принято говорить, ну, по кроссфиту. У нас приедут люди с разных регионов, из Архангельска, из Санкт-Петербурга прилетят. То есть площадь ДК Подмосковья, она будет прям полностью, так сказать, наверное, заполнена. Поэтому есть интересно. Еще возможность... Да, у нас еще осталось, мы тоже подразумеваем под собой, сейчас на данный момент 20 команд у нас зарегистрировалось, у нас именно команды первенства, это 2 мужчины, 1 женщина. То есть у нас, в принципе, по плану еще 10 команд мы можем зарегистрировать. Вся запись проходит на сайте, что на обливание
что на кроссфит, и также на обливание по всем регионам России. Это, как у нас, www.bytezdorovym-ru.rf. Там выбираете нужный регион и, соответственно, регистрируетесь, проходите регистрацию, все. Участие абсолютно бесплатное, что в кроссфите, что в обливании. Главная задача, как сказать, ну, показать вот эту вот кульминацию, что есть сильные люди. Понятное дело, порой мэржевание многим, ну, не многим, а некоторым запрещено, но тут надо понимать и знать. Но я вам так повторюсь, что не все люди, которые участвуют в этой акции, они постоянно закаливаются. Им больше нравится вот что-то такое экстремальное. И когда они вот в этой толпе, в этой энергетике заходят, вообще уже ничего не боятся. Ну, это, наверное, поэтому, знаете, как с крещенскими купаниями, да? Люди весь год не закаливаются, ничего не делают, а на крещение считают, ну, обязательным погрузиться в прорубь. Хотя, да, тоже везде разная погода, но в любом случае практически на всей территории страны холодно, просто где-то сильнее, где-то меньше. Расскажите об инфраструктуре, то есть будут раздевалки, где там люди будут переодеваться, как у вас все это организовано? Оставлять вещи, опять же, с точки зрения безопасности, оставление вещей, там, типа кошельков, телефонов. Не, ну, как правило, все, кто обливается, как правило, приходят с группы поддержки, поэтому ценные вещи они оставляют в своей группе поддержки. А так, естественно, в Дворце культуры Подмосковья будет разделено, где будут переодеваться спортсмены для кроссфита и где, соответственно, будут обливаться все те, кто участвует. У нас обливание будет в 13:30, но у нас за час до этого будет телемост с регионами. То есть каждый регион будет приветствовать друг друга. Начиная от Владивостока, ой, Сахалина, от самой восточной точки, заканчивая. Ну, на данный момент пока это у нас Крым, но есть возможность, что у нас еще Калининград присоединится. Вот они сейчас обсуждают этот момент. Вот. И это тоже такая, знаете, значимая часть. У нас все регионы в трансляции будут подписаны, названия и, соответственно, самый главный температурный режим. То есть, если в Крыму люди будут, там у них будет где-то плюс 12-13, то в Сахалине в этот момент будет уже минус 20-25. Вот в Иркутске еще, да. И тут тоже вот эта взаимосвязь людей и у всех участников, она заставляет, в принципе, сплотиться. Хотя сейчас, в принципе, во многом у нас страна сплочается во всем. Вот. Также у нас, повторюсь, у нас в зоне довоенной подготовки, у нас просто при клубе есть женский проект «Верим в тебя, родной». У нас мамы не только нашего клуба, но и Красногорска объединились, и не только Красногорска, других муниципалитетов. Они приезжают и постоянно много что делают, собирают различную гуманитарную помощь, но при этом плетут маскировочные сети. Угу. И также на площади будет представлено две точки, где люди могут вот именно своими руками здесь и сейчас сделать маскировочную сеть, и она буквально через несколько дней поедет, образно говоря, нашим бойцам в зону специальной операции. Это же тоже энергетически так вот хорошо. Я сделал доброе дело, потому что вот многие работают, не могут куда-то прийти, а тут пришли, уделили там 15-20 минут, и, образно говоря, сеть готова. Ну да, приложили свою руку, да. Как мы говорим, победа куется в тылу, и любая гуманитарная помощь, даже если ты пришел коллективом сплести сети или жестяную банку принес там в пункт помощи, то это уже, ну, доброе дело, это уже большой шаг, потому что именно из таких шагов складывается то, ради чего, ну, вообще мы все, в общем-то, молимся, да, и думаем об этом каждый день. Расскажите, пожалуйста, вот вы сказали турнир по кроссфиту, то есть это соревнования, и там будут какие-то призы, подарки, награды, медали. Да, конечно, но самая главная мотивация хорошая для спортсменов – это призовой фонд. У нас призовой фонд за первое место 150 тысяч рублей. То есть делим на три участника, это по 50 тысяч. Второе место получает 100 тысяч рублей, и третье место получает 75 тысяч рублей. И при этом каждый, кто окажется на пьедестале, получает дополнительный пакет спортивного питания от наших, ну, от наших, как сказать, партнеров. Вот. То есть, не говоря про медали и грамоты, естественно. Поэтому это одно из главных мотиваторов, то, что даже люди приезжают из других регионов на это мероприятие. Ну, это интереснее, чем, наверное, грамоты и медали. Вы абсолютно правы, потому что такая достаточно мощная материальная поддержка. А если позвольте вопрос, это финансирование откуда? Это спонсоры или это какие-то добровольные пожертвования? Или это стартовый взнос?
Нет, нет, у нас стартовые взносы их никогда не бывает. У нас всегда все мероприятия, вход всегда свободен, всегда все участие. Безусловно, это поддержка правительства Московской области, поддержка администрации городского округа Красногорск, ну и, соответственно, помощь различных меценатов и в том числе различных структур. Это благотворительный фонд инвалидов спорта и ФАВИС, это, допустим, Красногорский фитнес-клуб, там, Профипамп, это компания Stellar, то есть вот так вот различные, ну, уже просто за эти года выработался момент тех людей и организаций коммерческих, которые хоть как-то, но помогают, не говоря про то, что все равно какие-то добавляются. Илья, ну вот сегодня ваш фестиваль, ваш такой спортивный праздник, он, можно сказать, всероссийский, масштабный, круто. А если вспомнить то, что было там в самом начале, вот вы когда начинали все это, могли ли себе представить, что будет такой размах, такой масштаб? Или вы к этому и шли? Вы знаете, нет. Оно, наверное, появилось в сознании, то есть где-то через 4 года вообще после мероприятия. То есть мы старались сделать массово красиво в Красногорске, чтобы сюда все приезжали. А потом, образно говоря, мой хороший знакомый говорит, там может. Просто это было, образно говоря, знаете, мнение всего лишь одного человека. И я ее потом буквально такая на зацепочку, мне, так сказать, мысль этого в голову ударила. И я ее потом уже развил. И когда в том году мы начали это делать, действительно, многие регионы, вот 6 регионов, которые были в том году, они все тоже здесь участвуют, и они еще делают больше размах. Вот. И вообще, конечно, я стараюсь, если сейчас 17 регионов, то в следующем году, чтобы уже было 25, если не 30. А так, на самом деле, уже сейчас хочется, чтобы все-таки 23 февраля ассоциировалось, ну или 25 февраля, то есть февральские моменты, они ассоциировались именно с таким движением, как именно обливание. Обливаний очень много есть, очень у нас уже много федераций различных моржеваний. Но вот мы сейчас стараемся как бы все сплотить именно в одно массовое мероприятие одновременно. В самой могущей и большой стране мира под названием Россия. Но у вас же не только да, моржевание, но и в целом спорт. Вообще кроссфит это довольно такое непростое направление, потому что это мощная нагрузка на организм. То есть вот в этом турнире участвуют довольно подготовленные люди, я так понимаю. Не просто вот пришел и хочу покроссфитить. Вы знаете, именно мы упражнения придумали непрофессиональные. В профессиональном кроссфите люди ходят на руках. У них определенная дистанция. Это же не каждый может сделать. Серьезные веса. У нас легкие веса. При этом все равно, образно говоря, ты устанешь. То есть туда, естественно, пойдет человек, который хоть как-то поддерживает здоровый образ жизни и хоть как-то тренируется. И для него эти упражнения будут нормальные. Мы веса сделали минимальные. И, естественно, причем серьезный большой призовой фонд, намного там в разы превосходящие бывают официальные мероприятия, да? Но мы за это мероприятие тоже ведь не даем никаких разрядов, потому что мы не федерация функционального многоборья. И поэтому туда может добавиться обычный человек, который ходит в тренажерный зал там 2 раза в неделю. Он сможет с этим справиться и проверить. Но обращаю внимание, что все-таки кроссфит и там, допустим, тренажерный зал, они отличаются. Потому что в этом моменте, да, тут мышцам нужен кислород. И они должны быть натренированы именно под эту нагрузку. Но еще раз повторюсь, мы не делаем прям такую мощную нагрузку для профессионалов, для обычных любителей. Илья, и последний вопрос. Вот как раз в зоне, как вы назвали ее, довоенной подготовки? Зона довоенной подготовки, да. Да. У нас будут можно будет собирать и разбирать автомат, правда? Да, и причем самый лучший получит 5000 рублей в конце, кто быстрее всех разберет и соберет. А какой автомат? Калашников? Автомат Калашникова, да. Вот. Ну, поэтому там еще будет огневая подготовка, это холостой тренаж. Будет зона тактической медицины, это внутримышечные, внутривенные инъекции. И как правильно на тренажере отрабатывать непрямой массаж сердца. И, соответственно, и вот непосредственно вот плетение сетей. То есть это вот такие 4 точки, объединяющие в одну площадку довоенной подготовки.
Илья, классное мероприятие, правда. Я раньше о вас, честное слово, не знала, несмотря на то, что я живу в Московской области, вообще вот работаю на 360, но как-то не попадалась мне эта тема. Здорово, что вы его придумали, здорово, что так у вас все развернулось. Наверняка наши корреспонденты будут на этом потрясающем, нет, огромном мероприятии, они будут обливаться, мы увидим, как у вас все это прошло. Так что я желаю вам, чтобы все было без задоринки, и все было, вернее, наоборот, с задоринкой, но без сучка, пусть все у вас пройдет классно, а после пригласим вас снова к нам в эфир, чтобы вы поделились впечатлениями. Спасибо большое. Спасибо вам, нам пора идти далее, с вами прощаюсь. Можно сказать? Давайте. Быть здоровым – это модно. Это точно. Это название нашего мероприятия, да, поэтому так. Поддерживаю. Илья Шадриков, директор клуба и ветеран подразделения антитеррора «Альфа», рассказал о большом мероприятии, которое состоится 25 февраля в Красногорске. Приезжайте всей семьей.